Какой пластик выбрать для всяких решений в лодку? Вообще тема очень сложная. Пластиков не один десяток. Это не просто про то, чтобы выбрать, чтобы не гнулось, не царапалось. Это очень много о чем. Вот смотрите, если не верите, есть такая даташитина от... забыл, как компания называется, ну да ладно. Вот, в которой рассказывается, как вообще выбирать пластики, свойства их. И вот если вы способны... Сейчас я домотаю. Вот если вы способны разобраться вот в этих всех таблицах, вот в этих всех таблицах все эти свойства знать, понимать и, соответственно, выбирать, ну, вам просто памятник тогда поставить. В этом видео будет не об этом. Это скучно и это профессионально. У меня будет дилетантский подход. Мне нужно что-то сделать в лодке. Вот что-то мне нужно здесь сделать. Например, здесь панель. А, например, вот там вот мне нужен короб для батареи и для бензобака, потому что надоело, что все оно там елозит. Плюс всякие ящички, декоративные панели и прочее. И вот я накупил разного пластика, вот он по всем углам тут задыбан, где-то там еще есть. О, вот тут вот. Купил то, что доступно мне здесь к покупке. И вот и буду все тестировать на реальном проекте. Вот в США, я сразу скажу, у них тренд, это King Starboard. Это реально крутой пластик. Ну как крутой? Ну ладно, давайте к нему мы вернемся позже. Просто дело в том, что мне его здесь вообще не купить, даже из США не притянуть. Что именно я буду тестировать? Я сказал, что будет дилетантский подход. Сказал, да? Мне надо что-то конкретное сделать из пластика. Вот я и буду это делать. Значит, буду пилить, сверлить, что-то в него там вкручивать. И основное, что будет тестироваться именно вот это. То есть это машинабилити, по-английски, как это по-русски, не знаю. А также буду поджигать. Огнетушитель на месте, не бойтесь. Может быть, попытаюсь ломать. А может, выкину на мороз и полежит там. Ну так какая метода тестирования? Никакой. Поехали делать что-то полезное, но сперва понудим все-таки про то, что я накупил. Не, давайте нудить по порядку, один пластик за раз. Начнем с ПП, полипропилен. Конкретная дока на то, что я купил. Дока, вот она. Вот так вот сканю, если что-то надо будет кому-то посмотреть, ну, в первую очередь мне самому, можно будет пропаузить. 10 миллиметров я взял. Это, наверное, самый дешевый пластик. Я из него захотел сделать всякие стенки. Сейчас я, наверное, включу ролик, который я до этого заснял. А здесь я уже показываю, как я уже короб сделал для батареи. Не знаю, будет там дальше это включено, как я делал или нет. В общем, полипропилен, ПП называем его, 10 миллиметров. Здесь я вот в этой правой вот консоли решил применить этот полипропилен для стенок. Вот, уже есть там, видите, заготовки. Так это Симона? Симулятор номер один. К царапинам устойчивость вообще, по-моему, отсутствует. Как это вам показать, не знаю, но вот так вроде просматривается. Да, ну, блестит эта поверхность, другая поверхность, похоже, тоже блестит, но сложно очень показать это все дело. Вот. Но я буду использовать это более как технический пластик, конечно, а не для какой-то красоты. Тем более с таким-то цветом. Вот. Цвет. Так, если я сравниваю как на видео и на... И в реальной жизни вроде бы, да, совпадает. Ну, на мониторах может все по-другому немножко казаться, конечно. И сейчас я впервые буду этот ПП, полипропилен, резать. Стружка, я не знаю, она слипается после резки, как будто склеенная. Да, что это означает? Ну, не знаю, что это означает. Не знаю. Ну, давайте вот эту часть порежем вот такими. Ну, лобзиком, да? Вот такими. Видите,
PVC. Не? Нет здесь PVC? А, вон ниже. PVC. Народ, вообще, это жесть какая-то. Спекается он. Просто смотрите, что происходит, когда режем лобзиком. Здесь еще более-менее это все дело проходило. Да, со стружкой сразу было понятно, что-то не то. А здесь спекается. По сути, работать невозможно. Ну да, ребят. Несомненно, он такой прирезкий, весь такой прямо сразу же нагревается и спекается, как еще это назвать, не знаю. В общем, не прикольно. Смотри, сейчас какая будет ерунда вообще. Мне просто не вытащить его даже отсюда. Смотрите, вообще не вытащить. Я такой включаю, начинаю заводиться, он даже не идет. То есть он приклеился. Жестянка полнейшая. Народ, я лобзик с трудом выпустил, но смотрите, какой прикол, я все прорезал, а он здесь даже склеился за счет вот этого. Ой, да, это что-то очень странное, какой-то очень странный пластик. Если кто-то знает об этом, расскажите подробности в комментах, как его вообще, как с ним работать-то, я вообще просто не понимаю, но это ржака знатная, конечно. Ломаем. Ну, смотрите, какие кудряшки красивые. Не, ребят, вот с ПП я больше никогда не буду работать, покупать его не буду. Смотрите, да, что тут происходит. Не знаю, может, руки кривые. Ну, я нашел одно решение более-менее. Это получилось вот конкретно с этими лезвиями. Вот такой, да, Fast Cut, где это было написано. Где-то было написано, вот, в общем, вот именно эти, бахка, и маятник на единицу, ну и скорость на максимум. Тогда вот тут вот я отрезал, смотрите, как бы оно не успело сплавиться, оно отрезалось, но тогда... Мне сложно контролировать прямолинейность. Не, конечно, можно тоже там устраивать линейки к лобзику, но они неудачно работают в реальности из-за того, что лобзик гнется. И поэтому, если он ушел куда-то, а вы в линейку уперлись, вы не сможете рукой поправить. По-моему, я это где-то уже показал. Вот, поэтому это нужно учиться быстро пилить и ровно. Ну, вот тогда вроде бы получилось. То есть, вот не знаю. С правильным подбором можно. А теперь поджигаем. Ну что, пожгли мы его, да, до этого я жёг стружку. Здесь навонял, поэтому попробовал на морозе. Мороз поэтому вносил свое дело и тушил горение. А по факту он горит. Ну, какой вывод? Ну, вывод прост. Он не самогасящийся. Все. А, кстати, сама-то фибергласен это... Это оптоволокно. Стекловолокно. Что с ним-то? Проверить. Ой.
Ой-о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 й. Ай, зачем я навонял? Сколько мне еще тут часов быть? Это вообще опасно, опасно. Ну, значит, что получается-то? Ставлю этот пластик, я не создаю более опасную ситуацию, потому что и так уже все опасно. Какой вывод про ПП? Ну, для меня вывод больше никогда не брать. Вообще никогда. Вроде бы как подбором каких-то определенных лезвий, скорости пиления. Можно что-то с такое сделать, чтобы не спекалось. Но это такое себе. Эстетика вообще никакой. Вот. Что тут? Ну, сверловку я даже не буду попытки ломать. Там сверловку не буду показывать. Сверлил я много. Давайте идем дальше. Да, еще клепки в нем неоднозначно держатся. Об этом я видос собираюсь закатать или уже закатал в описании, смотрите. В общем, дальше идем, давайте. А следующий это PE500, полиэтилен, 500. Из него делают разделочные доски. А, вот на нем это сейчас все лежит. Его я брал не там, где большинство покупало, а тут прямо нашелся кусок в нашем даже городке. Что удивительно, поэтому нет доказательств, что это PE500, но меня убеждали. Но с того сайта, где я покупал, я про PE500 распечатал доку. Вот, опять так медленно сканю, если что. Значит, ну, по ценнику я не помню, ну, как бы к дорогим относится. Скажем так, условно, к дорогим. Но у нас тут все дорого. Ну, давайте пробовать. Смотрите, я вот распечатал с другого сайта про PE. Это получается low density полиэтилен, потому что high density, высокой плотности полиэтилен, это вот как раз та тематика, что в Америке King Starboard. К этому мы вернемся, поэтому у нас про low density. Здесь на этом сайте, значит, а что тут полезного? Описывается оно, что... Давайте-ка я вам почитаю. Значит, полезно, полезно, полезно. Water resistance, значит, cost эффективный. Да. По цене, короче, оптимальный, к воде сопротивляется, долго живет, 100% ресайклинг, это ладно. Что значит это ладно? Сейчас самое важное в Европе. Так, компьютер, high density полиэтилен. Flexible, о, это мы уже увидели, кстати, с вами. А, это зависит от того, куда я этот ролик воткну. Легче и в весе. И вот, давайте я сейчас сам почитаю заранее, потом продолжу. А что-то здесь полезного я больше уже ничего и не нашел. Здесь вот иконками показано, что к чему. То есть к химикатам. Формировка получается с теплом. Ну, гнуть мы и без тепла гнули, как вы видели. Значит, вот resistance, durable, да, то есть выносливый он. Good impact resistance. Ударять я по нему уже не буду. Я думаю, что да, поверим мы им. Вот, окей, значит, и. Сейчас, подождите. Или что ждать? Ну, остальные PE там 300 вариаций. Давайте про них потом. Ну, посмотрим, как пилится PE500. Тот, с которого разделочные доски делают. Но по ощущениям, мне кажется, здесь будет хорошо. Просто вообще отпадный рез. Вы видели, я там на маленькой скорости, на большой, по-моему, не было ничего. Ничего не спекается, никакая стружка. А, я останавливался там, да. Вот, вообще без проблем. Просто великолепный материал для работы. Из него разделочные доски делают. Я, собственно, кстати, да, я не сказал, наверное, еще, что сейчас я и делаю разделочную доску для рыбы в лодку. Вот, в общем... Просто великолепие. Не то, что этот ПП дурацкий. Вот, собственно, для этой разделочной доски заготовка сейчас будет. Да, вот такая огромная, представляете? Ну, лососик может большой попасться. Давайте насладимся еще раз резом. Попробую побыстрее вести. Или наоборот, иногда останавливаться. Посмотрим.
Это нечто, ребят, это просто крутизна, да, это пластик, это мой выбор. Пластика для лодки PE5500, значит, если нужно какие-то технические сделать стенки или еще что-то, я не знаю там насчет его свойств по красоте, там от царапин, ну как бы из него делают доски разделочные, вот она доска будет для лосося, не знаю, как вы думаете, не маловатая? Да, не знаю, как насчет там, если его в маленькую толщину взять и из него панельки там декоративные делать, об этом я не знаю. Возможно, остатки какие-то я заюзаю, кстати, да, и сделаю из него какой-нибудь ящичек там под пиво, да, например, в лодке. Посмотрим, а то сейчас у меня там из нержавейки только все. Вот, значит, это была заготовка, да, для доски, для рыбы. Лобзиком я здесь буду работать позже, когда ручку для переноски сделаю. А также там будут вырезы у этой доски, чтобы она цеплялась вот здесь. То есть эта доска идет на нос. Автопилот рулит, а я рыбу здесь чищу заранее. Приезжает уже почищенная. Про автопилот, смотрите, у меня целая серия на канале. Вот видите, сейчас у меня здесь на этом месте фанерная. И вообще, если про доску, как я ее буду делать, интересно, скажите в комментах. Иначе не буду я тратить время на то, чтобы закатывать ролик, просто сделаю. Здесь вот досочку. А лобзик по этому материалу у меня был еще вот на этом проекте. И там переросло в то, что я тестил разные лезвия. Поэтому я даю ссылку в описании на этот ролик. Он будет в бок закинут, в общем, потому что там на 15 минут набежало. И там можно посмотреть про лобзик и про лезвие по этому материалу. Давайте про сверловку и шурупенье. Но в реальности я уже знаю, что будет. Смотрите, я вот здесь вот в этом вот проекте для этих вот стенок применял. Вот здесь вот сверлил. Вот стенки из этого PE500 здесь сделаны. Это на канале есть. Смотрите про этот проект автопилота. Здесь тоже шурупил. Продемонстрирую, что будет, если вы пытаетесь напрямую шуруп вкрутить. Вот такой шуруп, нержавейка. Просто уже знаю, сперва попробовал, как фанеру. Вот фанеру можно. Я, кстати, сперва из фанеры хотел все делать. Сейчас я ее тоже покажу, из какой именно. Смотрите, сейчас как интересно будет. Оп! То есть я его такой вкручиваю, а он такой упс, и обратно вылез. Знаете почему? Сейчас я... Вот, с фанерой так не будет. Потому что я ему прокладку сделал пластиковую. То есть он нагрел этот пластик и выбрал из него это все на себя. Он горяченький сейчас. Вот, поэтому сперва сверловка, да? Не знаю, может очевидные вещи, может совсем так пластиком. С ПП, кстати, также, да, получилось, что сперва надо сверлить. С фанерой, ну давайте сейчас покажу. Ну, чувак, ну мы знаем, что фанеру можно. Но все равно покажу. Вот, вот такая вот фанерина, да, кюлмаэристетто по-фински, я не знаю, как это будет по-русски, чем-то обработано, ее можно было в лодке, я, собственно, купил кусок, тоже не дешево, а потом вот на пластик подсел, вот, кстати. Ну, а когда мы сверлим его, то стружка сухая, ну-ка, где-то осталось? Фу, бомж, в помойку лезет. Вот, смотрите, она такая сухая и ничего не... Да, некрасивый фон вы там показываешь. Вот, видите, такая. Вот так выбирается она на сверло. И все. А с ПП там все, даже при сверловке, спекается. Все про температуру, судя по всему. Ну, видите, абсолютно сухая, не спекающаяся такая пластиковая стружка. Смотрите еще про сверление и шурупенье. Вот тут вот я неправильно сделал, да? Так не надо делать. Что неправильно? То, что я 2,5 мм дырку сделал в обеих заготовках, в обоих. А шуруп 4. По уму-то, вот здесь, вот, кстати, эти дырочки еще остались. По уму-то надо здесь сверлить больше, чем шуруп, там 4,2, например. Если вот когда в центре шурупишь, то это еще не страшно, материал куда-то там
рассосался, подевался, то здесь он просто вот так вот выпирается. Ну, потому что материал мягкий. И я уже сказал, да, что я на ПП показываю, потому что ПЕ прикручен где-то там уже. А суть с ПЕ та же самая. Вот. И вот это вот, это, наверное, вот та самая low density, низкая плотность. Мне так кажется, что это вот мягко сделает. Не знаю, в твердом бы что бы произошло. Ну, по-любому, так как бы ленивый вариант, так делать не надо. Вот, поэтому возникает вопрос у меня по поводу, соответственно, жесткости, удара прочности, да, говорится, удар прочный, а он при этом такой мягкий, его вот так же вот распирает в углах. Поэтому я вот думаю, а дайте-ка я сейчас бахну молоточком и посмотрим. Так, вот неудобно, давайте вот сюда вот бахнем. Вот бы тебе все бахнуть. Упс. Так. Вам-то будет видно. Ну, кстати, я ничего не вижу. А, не, его вижу. Так, вот она вмятинка, да? Ну, как она вмятинка? Ну, так себе, не очень сильная. Вот, ну не так, что его там промяло и расплющило прямо, как вы видели. Ну, я же обещал дилетантский подход. Поджигаем. Ну, какой тут вывод? Что и полипропилен этот, и ПП, и ПЕ-500 горят. Горят, сами не гасятся. Вроде бы должны же сами гаситься, не знаю. Ну, не исследовал. Но пока вывод такой просто, что они вот горят и воняют. Ломаем. Давайте по-простому. Вот маленький кусок. Вот когда он сломается. Он не ломается, он гнется. При комнатной, ну, относительно комнатной температуре. Смотрите, он гнется даже не нагреваясь, да, то есть он хорош для, видно, изгибания, я так полагаю. Смотрите, вот. Не буду я его бросать в мороз, по морозу я все равно не рыбачу. Лодкой по льду не езжу, она стоит на морозе, конечно, но я думаю, ничего не случится. О, интересно, гнется. Ну вот, показал, обещал дилетантский подход. Выполнил обещание. Лайканите. Не, ребят, я все-таки покажу его царапоустойчивость, потому что меня эта тема смущает по поводу, как же это он для досок использует. Смотрите, я беру ножик. Во-первых, он как по маслу режется. Дальше пойдет ролик или уже пошел по поводу разных лезвий. Вот. Во-вторых, я просто провожу ножиком, а у меня же филейный ножик там будет тоже. Ну и все. И там выемка, а туда будет попадать... Так, детей на канале нет, но вы поняли, когда рыбу режут, что туда будет попадать. Вот, в общем, это что-то странное, он достаточно мягкий. Так что делайте выводы сами, я не знаю, что тут сказать. Теперь уже доску забахал, из него придется уже делать. Но с фанерой, кажись, было лучше. А, ну какой вывод по этому ПЕ-500? Ну, лезвием по фанере, чистый кат, ну и вообще многими другими, режется просто великолепно, да. Работать с этим очень удобно. Про заминание при шурупине я вам показал. Ну, это надо как бы делать правильно, просто сверлить правильно. Но все равно вот его вот эта вот мягкость, она немного смущает, особенно вот в качестве доски. То есть в другой бы раз я бы уже попробовал какой-то другой материал. Мы сейчас перейдем к одному из материалов. И для доски тоже, ну, теперь уже есть и есть. Поэтому я думаю, ну, для стенок он хорош. Вполне себе хорош. Но я его брал изначально для разделочной доски. Возможно бы для стенок можно бы было PE-300 дешевую версию использовать. С ней мы, наверное, в этот раз уже не поработаем. Поэтому
так, неоднозначные выводы. Ну, в плане пиления однозначно, да. Хорош, понравился. Сверление тоже. Ну вот идем дальше, давайте, на ПОМ. Колобзик мы посмотрим на другом проекте. Собственно, как бы вот на нем уже все лежит, потому что я в реальности вступление это записываю потом. Это вот для бензобака желоб, чтобы он там не ездил. И короб, скажем так, видос будет в описании тоже поставлен, если уже есть. И вот на днище мне надо вырезать дырку, потому что, а зачем тут я трачу столько пластика? Тем более там мыть будет легче. Я могу отсюда кусок еще извлечь для какой-то цели. Например, мне еще заднюю стенку надо сделать. Вот. И вот здесь я сейчас хочу попробовать вообще разные лезвия. Здесь красота не нужна. И вот у меня тут набрано всяких лезвий очень много. Я, возможно, уже их показал где-то, но, наверное, не в этом проекте. И вот мы сейчас, наверное, и посмотрим по каждому из них, как идет рез по этому замечательному PE500 пластику, который мне очень понравился. Ну как же пластик без резки и лезвий? Поэтому отвлекаемся на них. Вставочка такая получается. Ведь мы же обещали их тестить. Значит, смотрите, ну, Бахка, наверное, можно купить везде, поэтому вот два их варианта. На этом написано, видите, пластик и ПВЦ. Здесь написано Fast Cut, и где-то я уже сказал, что в реальности вот он для ПП получился. А, ну, здесь и сказал, наверное, для ПП он получился лучше всего. Металл. Металл мы сразу отбросим, да, такое не годится никак. Сразу же мы его отбрасываем. Вот. И вообще, дальше, чтобы найти, чтобы где-то был написан пластик, это из Lidl, значит, разные сверла. Там, видите, чистый хардвуд, это, по-моему, у нас фанера. Чистый рез, да. Это, значит, curve, то есть, ну, что-нибудь фигурное, в общем, вырезать в дереве. Все дерево, дерево, дерево. Спид, скоростное дерево. Металл чисто. Так, это все тут опять по металлу. Специальный алюминий, флексибл металл. Давайте металл мы вообще тоже сразу отложим, потому что, ну, в реальности, наверное, надо бы было каким-то по металлу попробовать. Есть от Makita оригинальная. Есть еще какие-то, не знаю, откуда. Во. А давайте начнем. Да, а на них, кстати, вот, смотрите, пласт написан, да, а где-то ПЛЭ. Вот с них и начнем, с маленьким шагом, надо только новое какое-то из них выбрать, а там есть, чтобы потом на больший шаг перейти. Кстати, вот эти всякие чистые резы для дерева, тоненькие, все, я попробую, вырезая ручку той доски для рыбы. То есть, смотрите, вот с этого мы начинаем. Я не знаю, где его купил, но вот я смотрю, судя по русским надписям, наверное, много-много лет назад, десятков, в России. Вот, не знаю. Ну, не факт, конечно. Конечно, рассматривать те, которые купить нельзя, какой смысл, но чисто теоретически давайте посмотрим. Так, значит, мы ставим на единицу маятник. На нуле. Ну, давайте, ладно, на нуле попробуем. Он без всяких спеканий, но так небольшим, делает просто очень такой четкий рез. То есть вот получается такой маленький шаг. Вот, да? Ну нормально так, если я особо не старался же, мы же договорились. Мы же это делали на нуле, давайте им же на единице попробую я тут с рук, а то, наверное, ничего не видно. Да, похоже, даже еще чище получается, потому что не стоит на месте. Вот, явно можно очень чисто и красиво вести. Ну, смотрите, была у меня пачка распакована. Давайте вот возьмем вот это вот маленькое, которое у нас говорит, что Basic Wood Curve. И вообще-то это бы до поворота до какого-то им дойти. Ну, ладно, попробуем, давайте. Thank you.
Да, ребят, на единице это просто как масло режет. Просто великолепно режет. Реально, можно фигурные вещички тут этим всем выделывать. Смотрите, классный, да, лобзик? Можно даже одной рукой лезвие поменять. Поэтому... Да я вообще не знаю, здесь, по-моему, любой будет работать отлично именно на единице, на маятнике, именно с этим пластиком, поэтому я даже не знаю, надо ли с ним еще чего-то пробовать. Это вот надо было с тем ПП дурацким попробовать все эти лезвия. И, возможно, я так и поступлю. Так, тут уже вторая рука все-таки нужна. Это мы Clean Hardwood поставили, то есть это чистые... жесткое дерево. Ну, про фанеру они, наверное, говорят. Не, ребят, тут просто все идеально. То есть пластик просто великолепный для работы. Не буду я остальные сверла, точнее, лезвия, да, ножи, тестить. Прекрасно. Возникло желание реально на ПП потестить все их. Подумаю, если что, включу. Дорежу я его вот этим. Вот смотрите, здесь написано wood и пластик на нем. Хотя вот здесь про пластик, по-моему, нигде не сказано. Fast cut сказано. Вот, вот здесь вот про пластик сказано, но про fast не сказано. И вот для ПП, опять же, напоминаю, вот это оказалось самый лучший вариант. И знаете, он такой твердый. Ну, толстый в смысле. Вот, возможно, это роль какую-то тоже играет. И вот там ПП, короче, на единице маятники с этим более-менее резался, если быстро резать. Сейчас я им допилю, давайте посмотрим. Сперва мне надо пошире прямо с самого начала начать. Так, вот этот путь был не в счет, сейчас вот здесь. Ну, там есть такая, кстати, такая немножечко подсплавляемая, скажем так, дорожка. Ну, кстати, да, есть она такая. Интересно, почему? Почему? Скорость? Давайте попробую следующий рез. Давайте попробуем на двойке. Так, на тройку перескочила. Двойка. Так. Дошел до упора там. Ну так, образуется, да, здесь стружка некий налет. Получается все-таки что? Получается сверло потоньше, как-то даже получше получается, да. Еще раз вот длинный кат попробую сейчас сверлом потоньше. Не сверлом, но вы поняли. Хардвуд нацепил лидловское. Ай да, напомню, на двойке остался маятник. Да, ребят, есть эта тема. Во, вот сейчас вы четко ее увидите, смотрите. То есть, напоминаю, более тонкое вот это вот лидловское сверло, чистый рез Hardwood. О, вот, Clean Hardwood. Вот, в сравнении с толстым, смотрите, то есть вообще ничего у нас нигде. Стружка впереди есть, по бокам вообще ничего, то есть практически обрабатывать не надо будет. И смотрите, от того толстого, да, вот она стружка, то есть за пиксование, как его назвать. Ну, если кто-то разбирается, почему так, расскажите. Я, честно говоря, не очень понимаю, почему. Толщина все-таки или что там имеет значение. И это мы сейчас на двоечке маятники вообще делали. Ну, давайте дальше продолжу, на единичку поставлю.
Ну вообще, накаталась на целый видос про лезвие. Опять ты развел тут бодягу. Про пластик обещал. Ну на единичке даже еще лучше, стружки даже впереди нет. Вообще все чисто идет. Давайте на ноль. На ноль, кстати, хуже. Мы так стоим на месте, и это как раз-таки ровности, наоборот, не обеспечивает. Ровности реза. Вести легче и выдерживать линию без всяких направляющих легче получается на единичке. Дошел дальше до дерева там, которое здесь упирается. В общем, великолепно. Великолепно. Вот. Вот так вот. Какой вывод? Какой? Не знаю. Тонкий сверл или что? По дереву. Твердому дереву. Не знаю. Очень большое разнообразие. Ну, в общем, в итоге-то что получилось? В итоге получилось, что лучше всего дерево, лезвие, опять сверло назвал, которое... Clean Hard Wood получилось. Ну, это лидловское, я не знаю. Все по-разному устроены. Все, хватит про это дело. Про ПП, если на тещу продолжу тестить эти все, то 100 пудов уйдет в какой-то отдельный ролик. Если что, там в описании будет, не знаю. Ну, вот так, как тут показать-то, где резкость, давай. Вот, смотрите, рез такой. После этого Clean Hard Wood, да? И вот рез тем, который был до этого. Мы всякие экспериментировали, стружку еще счищать. Давайте вот этим Hardwood Clean на маятнике вообще ноль попилю вот здесь. ПП. Ну да, я чувствую, как он липнет. Давайте-ка я маятник на единицу. Я чувствую, да, что он все равно размокает. Ну как, оплавляется. Так. Но оплавляется все равно. А, ну вон, видите, какая жесть. Так, какие еще попробуем? Само сверло горячее. То есть вообще непонятно почему. Прямо пластик его как-то. Не знаю, короче, ладно, вот это миниатюрненькое, давайте посмотрим. Так. Ну, в нем вроде прошло лучше. Это склеилось еще на предыдущем. Ага, смотрите, жестянка какая, да? Видите, что творит? Не, материал... Не, все, на ПП забили и не будем им никогда пользоваться. Не знаю, при каких-то совсем удачных обстоятельствах больше нечего купить. И вот только он. Надо еще поисследовать, какие же у него там полипропилен... особые такие свойства, что именно вот его надо. Ну, помимо того, что он вот самый легкий и ну, к химозности он устойчивый, да, они, по-моему, все устойчивые. Самый легкий и что еще? И самый дешевый, типа, да? А, вот, не буду я больше тестить никакие сверла. Понятно, что надо какое-то там подбирать прямо. Да я не буду его покупать, зачем мне тестить? Я же для себя делаю это все. Все равно никто не лайкает. Вот сейчас у меня в проекте задача сделать вот здесь, вместо того решения, которое там было раньше, где-то там оно валяется и там тоже валяется, новую панельку, через которую пройдет гидравлика, гидравлические шланги, через которую пройдет питание к мотору, вот, ну, короче, и что-то еще. В общем, новую панельку сюда
сделать. Естественно, с водной защитой. Ой, не знаю, как сказать. Так вот, смотрите, вот эти, да, опять же, до сих пор за месяца два не нашел, как по-русски они называются. Strain Relief называются они по-английски. Вот, значит, и проблема их всех, ну, по крайней мере, тех, которые доступны в продаже для меня, то, что панель, в которую они вставляются, видите, резьба какая короткая, должна быть максимум 3 мм. И мне надо подобрать, получается, такой пластик. Я бы, конечно, мог вклеить, но я не хочу. Там такое решение, которое предполагает, что мне надо все-таки прикрутить гайку. Ну, видите, да, вот если она вот так прикручена, ну, реально, там даже 3 не наберется, наверное. Ну вот, например, на гидравлику у меня уже они насажены там, да? Вот, они тоже пойдут через эту зад лодки, зад. Не знаю, нормально ли так выражаться. Так вот, было заказано куча разных пластиков, да? Значит, и все сошлось в итоге на ABS, ABS и POM. POM. Сейчас я про свойства их не буду говорить. Значит, когда я получил изначально ПОМ 6-миллиметровый, знаете, ребят, это такая жесткая вещь. Я подумал, о, это то, что мне надо. Но 6 миллиметров много. Еще, знаете, мне понравилось, что здесь вот такая вот шагрень. Ну, ничего себе, какое-то слово знаешь. Ну да, представляете, корпуса когда-то изготавливал. Вот. И я такой подумал, надо попробовать другой размер. В то же время, когда я получил этот 6-миллиметровый ПОМ, я получил ABS, ABS 5-миллиметровый. Смотрите, это специальный такой. Здесь у нас в Финляндии он называется Martio. Я не знаю вообще, это как бы какой-то стандартный или нет. Вот, у него одна поверхность вот такая. Это красивая поверхность. Это можно панельки красивые делать в лодке. А другая просто типа глянцевая, но бесполезная. Вот, 5 миллиметров. Опять же много. И я решил, значит, давай я закажу 2. Нет, куда 2? 3 миллиметра и 4 миллиметра. Вот они. Почти ничем они отличаются, да? АБС. И закажу 3 миллиметра ПОМ. Вот он. И, знаете, у него шагрени не оказалось. Он очень-очень глянцевый. Так, вот, он такой весь блестит. Даже, наверное, там меня можно увидеть. Значит, и я долго думал, из чего же я все-таки попробую сперва, по крайней мере, сзади эту панель сделать из 3-4-миллиметрового АБС красивого или ПОМа. ПОМ считается сверхжесткий материал, просто супер. Вот, я попробую начать с ПОМа. То есть сейчас мы его будем пилить сперва макитой. Вот, посмотрим, есть ли такие же проблемы, как с этим ПП, полипропиленом, что спекается там и невозможно с ним работать. Вот, ну, посмотрим дальше, что еще посмотрим, сам не знаю. АБС, конечно, красота вот этот вот, но пока его оставим в покое. Вот этот ПОМа дока на него, а конкретно на тот, который я купил. Да, снова сканю, если там паузить что-то надо. Интересно, там разные производители абсолютно одинаково производят. Так, значит, по поводу его свойств. Так, давайте сам сперва почитаю, потом вам переведу. Да не, ничего сам не запомню, давайте по ходу. Во-первых, разные марки. Да, Citron, Dildrin какой-то. Ну, это видно, как эти хаггизы, памперсы называют подгузники. Из этой оперы все ксерокс. Значит, не поняли о чем? Ну и ладно. Высокая сила, крепкость. Короче, крепкий он, да. Это мы, по-моему, уже посмотрели. Опять же, зависит от того, когда я включаю этот ролик, с какой стороны. Значит, да, тоже его можно нагревать и формировать. Вот так вот, в общем. Низкий коэффициент фрикшн трения. Износостойкость хорошая. Вот. Особенно, значит, для
влажных сред, там, где нужно, чтобы как больше, как более-менее, меньше, короче, чтобы в себя впитывало влагу, в общем, для лодок самое идеально. Вот, для высокой температуры, в общем, применяют его, там, где нужно очень все жестко и где все очень влажно. Вот, значит, ладно, тут еще всякое интересное, давайте на иконки посмотрим, это легко и понятно, мало их тут. Износостойкость к влаге, стабильность в размерах, ну, видно, от холода, от тепла никуда не ходит. И очень-очень жесткий такой весь. Вот, видите, из него даже шестеренки делают. Поэтому это правильный выбор для всяких вот панелек там сзади, как я выбрал. Так, это прошло без всяких склеиваний, с интересной стружкой, которая просто все загадила мне. Не подумал, да. Но мне кажется, это нечестно сравнивать материал 3 мм там с 10, но все равно мне сдается, что будь он 10, он резался бы так же, с такими же свойствами, не спекаясь. Ах, что же я натворил. Ну вот, я сверлил этот пластик, да, для проекта. Странно здесь как-то перо вот туда вот смещалось, не знаю. Вот, но ничего не грелось, не спекалось, хотя тепло, я прямо такое идущее, вот она, кстати, до сих пор горячая, вот сверла чувствовал. Она прям горячая, да. Но при этом ничего не спекается. Однозначно мне этот материал очень нравится в работе в сравнении с другими. И вот, мне кажется, на любой толщине оно было бы так же. То есть такая сухая стружечка. В общем, другое дело, да. Ну и так как вот с пером что-то такое странное, да, получается. Очень странно. Я решил это вот круговую поставить штуковину на 22, тоже нашлась. Вот это вот для кабеля бензинового здесь буду им сверлить. Сейчас посмотрим, что получится. Но смотрите, ребят, другое дело, абсолютно все ровно. Спекание некоторое произошло, но не сравнить с ПП. Вот, я думаю, это в рамках нормального. Тем более я использовал эту дешевую версию, а не бахка, как... Ну, сейчас покажу. Не знаю, в этом проекте потому что было или нет, то есть не такие. Ими бы, наверное, вообще было все прекрасно, но она у меня только на 22 есть. Смотреть вы по этой панельке уже сможете в другом видео. Если оно уже есть, то будет ссылка в описании. Вот, поэтому подписос. Ой, как неблагозвучно. Лайк, подписывайтесь и смотрите продолжение про эту панельку. Лобзиком я, наверное, с ним не поработаю. Мне нужен тут идеальный срез, поэтому, наверное, не поработаю. Я еще сказал, что это один из самых дорогих ПОМ и труднодоступных, по крайней мере, для меня. Не, как раз таки вот сейчас ПОМ я знаю, где купить, могу купить, да? А так вот, ну, у одного только поставщика получается. Осталось еще узнать про его царапоустойчивость, но он вообще сейчас покрыт пленкой, и ничего мы не узнаем заранее. Вот поиспользуется оно, и потом узнаем когда-нибудь, может быть, расскажу. Про твердость, да качу, про твердость мы прочитали, ломать пока тоже не из чего. Ну, называется, показал, да качу. Вот, да, твердость просто считается, он супер твердым и все. Потом со временем посмотрим, что тут будет. Также по поводу UV resistance, да, там к солнцу. Ну, черный, что на нем произойдет. Вот, а поджечь, за поджечь мы всегда рады, да. Сейчас кусочек вырезанный найдем, подгижгем.
Ну, я не знаю, какой же тогда пластик не поддерживает горение. Это тоже пом. Горит вполне себе с таким звуком. Слышали, не знаю, вы или нет. Вот. Ну, вот так. Так вот, по поводу King Starboard, из которого в Штатах делают мебель для лодок. Это у них трендовый пластик. Они там его изобрели. Похоже, я говорил уже, да, что мне его здесь не достать. Походу, это HDPE, именно High Density полиэтилен, да? Но все-таки вот именно King Starboard как-то, я смотрю, сильно отличается от остального всего. Он такой, ну, по ощущениям твердый, такой, даже иногда дерево напоминает. Он очень красивый. Вот. Это мебель из Австралии тоже на заказ, об этом тоже будет ролик. Но так как я, или есть уже в описании, так как я не могу купить этого материала здесь, или вообще притащить даже, то я не особо много покажу. А то, что покажу, сейчас увидите. Вот когда я заготавливал дырочки вот там, вот в этой вот панели для этой switching box, я уже не стал все это показывать в подробностях. Соответственно, я высверливал этот King Starboard или HDPE, да, HDPE высокой плотности полиэтилен. Вот видите, что получается. С помощью, ну, круговых пил вот этих вот всяких сверлил я. Вот получается, что оно тоже все как и ПП, вот так вот греется. Не сказать, чтобы это удобно в работе. Вот. Вот давайте просверлим 2,5 здесь, в этот King Starboard, и вкрутим шуруп 4. А заодно, так как там я поленился показывать на ПП, только на ПЕ 500, показал только на ПП, то сделаем и здесь, и с ним то же самое. Сами бы одной рукой попробовали. Четверка, да? Ну вот смотрим, да? Но здесь еще это не очень близко к краю было. Вот, вышло и мягко так идет. А в этом, кстати, знаете, да, идет по-другому, как в твердый материал. Там вот немножечко, может быть, будет заметно, что вышло, но это же я совсем у края. Но, да, по ощущениям по-другому. Те же самые диаметры дырки, но тверже получается материал. Я так полагаю, вот это вот, значит, King Starboard, HDPE, HDPE, High Density, значит, получается полиэтилен высокой плотности, наверное. Это об этом. Кто поумнее, пускай скажет. Ну, смотрите, тут даже по остаточным ямочкам видно, да, мягкость. Вот это самое крайнее, левое. Видите, это все сделалось самим шурупом, просто вкручиванием. А здесь, видите, она поменьше такая сделалась. Да, ну, тверже материал, понятно. То есть материал этот мягкий достаточно. Устойчивость к царапинам, да, в этом King Starboard, она же важна. Важнее всего, ведь если для мебели, для ящиков. Ну, давайте поцарапаем его. Еще время покажет. Но это вообще жестоко. А этой? От клепки остатки.
Царапается. Просто не так заметно на такой шагрине. Такой обработки. Не знаю. Вот еще задняя стенка от этой свитчинг-боксины. И 6-миллиметровая. Точнее, ну да, задняя, да. 6-миллиметровая. И с дилетантским подходом по твердости. Твердая она. Вот, вообще такой, да, твердовастенький пластик. Очень хороший для таких вещей. А при этом легкий. Сжигаем, но сперва ударим. Ну так. По-моему, примерно так же. Ну, здесь я замочил, конечно, посильнее. Ну, горит он, да? Некурящему человеку вообще тяжко найти зажигалку. Искал, куда положил, не знаю. Спички оказались еще здесь. Есть. Знаете, что-то такое ощущение, что вот этот как раз по горению очень даже прекрасный. По самогашению, в смысле. Что-то его не поджечь. В теплых условиях гаража. Ну как теплых. Минус 23 снаружи. 12 где-то внутри. Знаете, да. Похоже, вот он еще и по горящим характеристикам прекрасный. Его не то, что там самогасящимся назвать можно, его не горящим можно назвать. Его как-то не поджечь. Ну да, он оплавляется, и похоже, он реально горение сам не поддерживает. Ну так. Не, ну он пытается гореть, оплавляться. Не, ну он горит, да, конечно. Но вроде бы по сравнению... А, ну хорошо горит сейчас. Не, по сравнению с ППСПЕ хотел сказать. Не так, чтобы сильно как-то так плавится, но горение! Ой-ой-ой. Ну и смотрите, возникла необходимость просверлить дырку. В реальности много дырок в этой штуковине. Отдельное видео по ссылке внизу о том, как я ее делаю. Вот, и поэтому мы сейчас проверим, как в этом королевском правом сверлится. Сверлить мы будем под М25 резьбу, которую мы потом резчиком вот этим вот сделаем. Да? Для того, чтобы сюда поставить кабельный ввод, а точнее даже другую штуковину. Об этом тоже в другом видео, где я это делаю. Мы же про пластики здесь говорим. И сверлить мы будем ее 23,5, как полагается для М25. По определенным таблицам, возможно, ссылку поставлю на них, если не забуду. Сверлить будем здесь, то есть смотрите, какая громадная стенища. То есть этот King Starboard 10, по-моему, да, я уже забыл, миллиметров. И еще потом обалденный. И вот посмотрим, что будет. И надеюсь, будет хорошо, потому что шансов у меня больше нет. Только один, чтобы сделать эту дырку правильно. Thank you.
Не знаю, насколько много вы там увидели из процесса. Ну, что я могу сказать? Ну, как бы сверлиться, конечно, тяжело. Лучше, чем ПП. Не спекается, скажем так. Ну, не знаю, как сказать. Спекается, ну, видите, да? Вот, но не критично. Он прорезал все равно дырку. Возможно, все благодаря вот этому вот типу этого круговой пилы, кругового сверла. Вот такой я впервые приобрел с пружинкой, которая отталкивает материал так, чтобы он вот не застревал здесь. Не знаю, насколько вы много смотрели моих видео, где это всегда было проблемой потом выковыривать. Здесь вот ничего не пришлось разбирать, чтобы выковыривать. Я, честно говоря, не понял, каким образом получился такой большой кружок в конце, потому что вроде бы все раскрашивалось. Ну, вот, в общем, сверлится. Потом, когда я его доставал и несколько раз еще проходил, вот здесь это, конечно, набедокурил. Балбес. Вот. Но, когда я прорезал резчиком резьбу уже М25, он прошел очень легко. И не знаю, поняли вы или нет, если я кабельный вот М25 вкручиваю, он так прямо хорошо вкручивается. А если я вкручиваю вот такую штуковину для держания гофры, об этом будет в моем видео про то, как я делаю этот свитчинг-бокс, то она там прокручивается. Вот, к сожалению. Поэтому нужно здесь не по стандартам, я думаю, делать не 23,5, а что-то намного меньше, может быть 21, а потом жестко так прямо нарезать резчиком. Тогда, может быть, резьба будет и получше. Вот, но здесь мы просто рассматривали, как он сверлится. Я не знаю, что сказать. Но я думаю, лучше, чем ПП. ПП такой толщины я, конечно, не сверлил. Ну, в общем, вот такая ситуация. Делайте выводы сами. Не знаю, что сказать. Все с этим королевским правом. Смотрите, значит, что это было. Я решил прорезать, значит, 21 миллиметр, да, для 25 резьбы. У меня, соответственно, резчик резьбы не входил, шатался туда-сюда. Вот. Я ножичком, соответственно, сделал фасочку, чтобы резчик зацепился. И потом, когда он зацепился, я им прорезал уже так жестенько-жестенько. Он пошел по этому пластику. И тогда вот эта вот штуковина для гофры, она закручивается хорошо. И она не прокручивается больше. Вот. Это, конечно, совсем уже не про пластик. Вот. Но смотрите, ребят, что получается. То есть, если вы в пластике делаете резьбы, то надо, ну, совсем не по стандарту, там не 23,5 для 25 сверлить, а что-то совсем такое маленькое. Ну, в данном случае было 21, но резчик-то должен у нас как-то зайти и для него фасочки создавать, и тогда потом вот им насверливать. Ну, конечно, пластик очень мягкий. Вот, да, очень жалко, что я, конечно,
не потренировался на чем-то и вот там вот сделал так. Теперь мне придется ее сажать, конечно, на сикафлекс этот черный, который мне уже надоел. Ладно, это вообще не про пластик отступления, но вот, может быть, кто-то извлечет какую-то пользу. Лайкайте, если извлекли. А что нет-то? В общем, знаете, на данный момент другие пластики мне ни для чего, походу, не понадобятся. Вот прямо сейчас. А материала накаталось, и телефон уже весь занимает. Поэтому, тем более, посмотрим, взлетит, не взлетит. Понравится кому-то вообще такую дребедень слушать или нет. Если понравится, тогда продолжу вторую часть. Там еще остались вот эти красивые все панельки, да, АБС, которые, где они тут... Вот эти вот, да, красивые АБС, из них что-то делать. Потом вот этот ПОМА и ПЕ, полиэтилен, который 1000. Вот здесь вот тут очень интересная поверхность. Еще вот ПЕ-300 там какие-то совсем дешевые. Да, это очень дешевый какой-то вот там блестит. Поэтому комментите там, дальше надо продолжение писать или нет. Если надо, буду... Ящички, да, я, наверное, еще сделаю... Под пиво обещал, по-моему, да? Ну, под что-то в лодке, потому что сейчас металлические. А давайте я их покажу. Ну вот, вот эти сейчас из нержавейки тут. Поэтому можно еще наделать из пластика. Такие можно купить, крепежи. В общем, хоть и памятка для самого себя, по сути, да? Вот, и вторую часть запривачу, если не будет подписок и лайков. Бо-бо-бо, кому-то понравилась моя буква в прошлый раз. Попробуем еще раз. На этом чего-нибудь иметь. Пока.